Девушка, у вас такие шикарные волосы. Вам не жалко? Жалко. Но на это есть причина. Ты серьезно? Это же твои фамильные часы. Да. Они в моей семье передаются уже 4 поколения. Вам, конечно, виднее. Но причины должны быть очень весомыми. Весомей не бывает. Какая, если не секрет? Новогодний подарок любимому. Очень мило. Ну и что, ты пойдешь и просто продашь их? Ну а что мне остается делать? Давай придумаем что-нибудь. Я уже все варианты обдумал. Ниоткуда мне взять деньги на подарок. Извините, можно часы продать? Давайте посмотрим. А ты выбрал, что подарить? Да, давно выбрал. Пожалуйста. Спасибо. Нати же. Спасибо. Любимый, я дома. Что, так все плохо? Не, родная, все круто, просто... Боже, как это красиво, но откуда у тебя деньги на это? Я продал мои фамильные часы. Как? Неважно, я все равно их без ремешка не нашел. Ремешки.